Днем ангела, дорогие именинники. Святые люди подобны светильникам, которые Господь ставит на видном месте, чтобы они светили всем в доме. Бог являет их миру для того, чтобы они, в свою очередь, являли славу Божию всему окружающему миру. Слово «явленный» или «богоявленный» означает по-гречески или звучит по-гречески как «феофан». Сегодня мы празднуем память святого человека, носившего именно это имя – Феофан Затворник Вышинский. В 1815 году в одном из сел Орловской губернии в семье священника родился мальчик по имени Георгий, Георгий Васильевич Говоров. Это будущий затворник Феофан, один из самых известных духовных писателей Руси перед революцией 1917 года. Феофан пошел, будущий Феофан, тогдашний Георгий, Юра, пошел по стопам множества таких икон сынов священников. Духовное училище, духовная семинария, если позволяли таланты и способности, духовная академия. Дальше путь раздваивался. Либо женитьба и духовный сан, священство, либо, по влечению сердца, монашество. Георгий избрал второй путь, постригся, произнес перед Богом обеты, целомудрие, послушание и нестяжание и стал монахом, а в монашестве Феофаном. Со временем ждал его и труд архимандрита, санны священные, впоследствии и епископство. До епископства Феофан побывал в духовной миссии Русской Православной Церкви в Иерусалиме. Там он основательно изучил греческий язык, хорошо изучил французский, плотно и серьезно познакомился с еврейским и арабским. Он изучал святыни Востока, бывал на Афоне, изучал рукописи, хранившиеся в русской миссии в Иерусалиме. Там, в общем-то, посвятил себя научному труду. По возвращении в Россию был возведен на одну из епископских кафедр. Пробыл он недолго епископом, потому что влекла его пустыня, затвор, молчальничество. И он подал прошение об увольнении на покой для того, чтобы отдаться научным трудам, молитве, переписке с духовными чадами, будучи в затворе. С тех пор, а именно с 1866 года, Феофан становится затворником Вышинским и, находясь в полном уединении, ни с кем не общаясь голосом, а только через переписку, он проводит там очень долгие-долгие годы. Пишет книги, отвечает на письма, совершает божественную литургию, проходит путь умного, так называемого, делания, молится сердечно, молится внимательно, днями и месяцами посвящая себя непрестанному предстоянию пред Богом. Он становится известен в кругах православных христиан как человек, отвечающий на самые такие трепетные вопросы современности. Сам он говорил, что писательство – это очень нужный труд, что высшее назначение человека, умеющего писать, это письмом отвечать на недоуменные вопросы современников. Он написал много книг, таких как, например, «Путь спасения» или «Что есть христианская жизнь? Как мне настроиться?». Количество книг его, написанных, вышедших из-под его руки, велико, и все они есть не что иное, как практическое руководство к христианской жизни сегодня. Интересно то, что Феофан умер в праздник Богоявления, а оно, этот праздник, это событие, это по-гречески как раз называется Феофания, то есть он умер в день тезоименитый своему монашескому имени. Когда облачали его, уже умершего, то он улыбнулся, и лицо его просияло. Он был канонизирован как святой, и мы сегодня с радостью празднуем его святую память. Кроме носящих имя Феофан, сегодня мы поздравляем с днем ангела Григория, Маркиана, Павла, Анатолия, Арсения и Макария. С днем ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах.